Привет. Привет. Опять постоянные гости канала. Меня зовут Лера. Меня зовут Маша. Я тоже Маша. Подумайте. Дайте я закрою желание. Так. Так вот, мы идем сегодня на соревнования по пионерболу. Пожелайте нам удачи. У нас городские соревнования по городу Тарту. У нас в нашей команде вроде Тартуский русский лицей, это мы. Дискартес, Люциум и Кириллина гимназия. Я капитан. Всего который ничего не может решить. Всего в команде 9 человек. Играют 6 и трое запасных. Так что вот так. Да, да, да. Что я хочу? Ты монашка. Пар. Да огонь. Я спрячусь? Ладно. Нет, я хочу. Маша, как мило это. Эй. Ой. Ой. Это все еще снималось, да? Кто еще жвачку хочет? Я отдыхаю. Ладно. Так вот, так что мы идем с вами, пожелайте нам удачи. Кто желает нам удачи, ставьте палец вверх. И все в комменты. Следующее видео будет описывать, как мы сходили. Боже, пакет у тебя осталось. Да. Хотели пожрать. Так, кто хочет? Хаяха. А, мы хубабубу, у меня хубабубу есть. Да, давай хубабубу. Вот, ты рисовала? О, я хотела всегда такую попробовать, я еще не открыла ее. Я сейчас это ем. Только тогда я еще только съела клубничную. Хуба-буба. Раздача подпольная распродажа. А, покажи. Вот этот супер вкус. Она разлагается потом во рту. Если долго жевать. У меня есть такая. Я пойду копчом в директории. Еще у меня есть такая. Ты еще не открыла ее? Причем есть кокосовые свечки. У меня нету Симса, я не могу скачать его. Я пошла опять копчом. У меня вообще ничего нету. Все, пока. Пока. Ставьте Машу.